Добрый вечер. Я очень благодарен всем, кто пришел. Тема, она скорее относится к истории архитектуры, а еще более точно к истории путешествий архитектурных мотивов и идей во времени и пространстве между культурами. Это всегда будет актуальным, как мне кажется. И речь пойдет о Петербурге, который, как мы с вами знаем, в основном от Александра Сергеевича Пушкина назывался Северной Пальмирой в XIX веке, и о Пальмире настоящей, про которую наш с вами советский, уж точно человек и российский тоже, наверное, в основном узнавал по обложке учебника истории за 6 класс, где знаменитая арка была, и, к величайшему нашему сожалению и горю, в новости, как это с памятниками культуры часто бывает, Пальмира попала вот в последние пару лет именно из-за тех страшных варварских разрушений, злодейских, которые там происходили. Я буду говорить в основном о такой достаточно неочевидной и не очень широко известной связи памятников Пальмиры, настоящей сирийской Пальмиры и Петербурга. Та картинка, которая на слайде, такой треугольник, он объединяет три города между собой. Как вы понимаете, это Петербург, это Венеция и, собственно, Пальмира. Если мы понимаем, что Петербург называли у нас часто Северной Венецией и Северной Пальмирой, если про Венецию более или менее еще понятно из-за некоторого явного сходства между двумя этими городами, что и там изобилие воды и каналов, происходящее из-за того, что в одном случае это вообще крайности, он стоит в лагуне на воде практически на мелких островках, а в Петербург на болотистой низменности, и поэтому город в чем-то получился похож, потому что ни там основания, вот эти слабые основания и грунты не позволили слишком высоко подниматься, и поэтому и у Петербурга, и у Венеции силуэт плоский, над которым только купола церквей возвышаются. Это понятно. Но что же общего? Почему Петербург – это северная Пальмира? Что здесь связано с Пальмирой? Как это устроено? И что же, собственно, сирийская Пальмира из себя представляет? Вот этой, осторожно скажем, гипотенузой этого треугольника мы и будем сегодня заниматься. Ну вот, смотрите, это прекрасная фотография с воздуха, показывающая центр Петербурга. Узнаваемый, видите, здесь Нева, покрытая льдом, Петропавловская крепость, биржа, стрелка Васильевского острова, Эрмитаж, Зимний дворец, Дворцовая площадь. Вот, ну, наверное, все-таки большинству или всем из тех, кто здесь присутствует, хорошо известный вот этот адрес. А теперь, если мы посмотрим на Пальмиру, это тоже аэрофотосъемка, вот, показывающая то, как сейчас в сирийской пустыне, километрах в 200-300 от побережья Средиземного моря, находятся вот такие вот величественные руины. Но общего, прямо говоря, так с первого взгляда и немного. Если мы посмотрим на вот этот вот кусок космической съемки, то будет, в общем, понятно, что цвет здесь, вот здесь вода, зеленая – это там, где более или менее есть какая-то осмысленная жизнь. А вот это все такого цвета песка, это действительно, в общем, пустынные местности, и вот в этом маленьком оазисе примерно Пальмира и расположен. Вот так это выглядит. Видите, здесь большое количество финиковых пальм, за которыми возвышаются вот такие вот величественные остатки зданий из золотистого прекрасного качества камня, из известняка местного.
Что здесь очень важно, что в таком виде здесь это все более или менее осталось. То есть очень часто мы видим античные города где-нибудь вот в тех местах, куда люди на курорты ездят, уже музеифицированными. То, что кажется какими-то относительно дикими руинами, на самом деле зачастую это плод почти столетней кропотливой работы археологов, которые что-то раскапывали, поднимали, и происходил процесс так называемого анастилоза. Это такой греческий термин, который обозначает процесс, когда разрушенные совершенно здания по камню буквально собирают заново, там, где твердо понятно, как это было. И большую очень ценность имеют те остатки, которые не разрушились окончательно. Да, вот здесь это все стояло практически без разрушений, давно, за некоторыми исключениями. Вот так это выглядит. Вот знаменитая, как раз та самая с обложки учебника, трехпролетная арка. Вот такая пустыня. Прекрасная вот эта форма тетрапилона, так называемого. Вот смотрите, есть очень интересные черты. Вот какие, например, видите, здесь к колонне приделан вот такой кронштейн и остатки статуи. И нам нужно понимать, что вот эти вот руины, как бы красиво они сейчас не смотрелись, не очень похожи на то, как воспринималось это пространство жителями, когда город был еще жив. Смотрите, как, например, площадь возле городских ворот выглядела. Видите, почти на каждой колонне вот такой кронштейн, на котором находится статуя. Вот так это выглядело. И вот это редкий случай, когда одна из них осталась на своем месте. Вот под зимним таким солнцем, видите здесь, как блестит красиво этот камень. А вот теперь я вам приведу цитату замечательную. Она не про Пальмиру, а про город Антиохия, он же Антакья. Теперь, так сказать, в курортной Турции называется. Да, это, так сказать, вот север Сирии и юг нынешней Турции. Знаменитый город, про который в речи, возвеличивающей этот город, Либаний, оратор известнейший, писал, начиная с востока, город по прямой линии идет на запад, простирая двойной ряд высоких портиков. Эти портики отделяют друг от друга улицы под открытым небом, мощенная камнем той же ширины, что и они. Длина этих тянущихся галерей так велика, что пройти ее сначала до конца утомительно. И так гладка и непрерывна эта дорога, что уподобляется она краскам в картине, сменяющим одна другую по воле художника. Здесь речь идет о том, чем Пальмира нам очень интересна архитектурно. Вот смотрите, вот это план города. И здесь мы видим, собственно, городскую ткань в пределах защитных стен. Здесь они разного времени. И история, собственно говоря, вот какая. Дело в том, что это до определенного времени, ну, примерно рубежа первого века до Рождества Христова и первого века по Рождеству, это было достаточно, ну, чуть раньше, это был достаточно захудалый бедуинский поселок, где как-то, так сказать, вот из-за того, что там котловина и вокруг невысокие такие холмы, там более или менее на этих холмах выпадала влага из облаков, какая-то скапливалась, и там в результате был оазис, небольшие пересыхающие речки, и там росли финиковые пальмы. Вот такое довольно захудалое место, совершенно ничем не примечательное, называвшееся на местном семитском диалекте Тадмор. Это и есть историческое название. Слово «Пальмира» уже римское, и они просто по созвучию осмыслили слово «Тадмор» через понятие «пальмы». Ну, потому что действительно там финиковые пальмы, и сейчас мы их на фотографиях видели. Слава и расцвет этого города начался, когда в Риме, когда Республику Римскую лихорадило, и, так сказать, перед переходом к имперскому Риму уже во времена Цезаря и гражданских войн, которые ему предшествовали, управление на всех территориях, конечно, ослабело, и из-за многочисленных вот такого рода междоусобных мелких войн и стычек те караванные пути, которые шли гораздо севернее и соединяли побережье Средиземного моря с Персидским заливом по верхней части, где-то примерно по территории нынешней Турции, они оказались непроходимы из-за бесконечного количества. Ну, когда власть ослабевает, понятно, что вооруженные группы, так сказать, и борьба бесконечная была со разбойниками, которые эти караваны грабили, и нужно было срочно искать,
какой-то альтернативный, другой способ вот этой очень интенсивной торговли с богатым экзотическими товарами Востоком. И путь через Сирийскую пустыню был безопасен, но был очень тяжелый, требовалась какая-то перевалочная база в середине, разумеется. И вот этот вот захудалый оазис, где поселок Тадмор находился, он оказался идеальным пунктом, который четко соединял эти караванные трассы. И с этого момента начался взрывной рост благосостояния города, потому что он находился на самом важном торговом пути, у него была практически монополия на вот этот пропуск караванов, и город начал стремительно богатеть, стремительно, при том, что политически Пальмира никогда до самого последнего времени, про которое я тоже скажу, собственно, Римской империи не принадлежала. Это было такое типичное лимитрофное государство, которое, так сказать, находилось, как бы буфером было между Римской империей и Парфянской империей, и пыталось, так сказать, играть на вот этих противоречиях двух огромных соперников и выживать за счет вот этого своего пограничного положения. Ну, это мы и сейчас знаем такие варианты, так сказать, к западу от России находящиеся. Да, это довольно естественное поведение для малых стран. Но так или иначе, польза извлекалась огромная. И там, от того, что это не было в имперской структуре, это был самостоятельный такой город-государство со своими территориями, торговый, конечно же, и от этого там такой олигархический строй сложился, где десяток или два крупнейших, богатейших семейств, они всем городом заправляли и концентрировались там огромные богатства. Ну почему? Потому что один караван, ну примерно как корабль, так сказать, торговый какой-то огромный сравнить, потому что это сотни верблюдов. Это гигантское количество товаров. Если верблюд сам по себе, конечно, на корабль пустыни не тянет, но когда их идет 300, это уже действительно такой лайнер пустынный получается. Плюс охрана, плюс, так сказать, на лошадях сопровождение и так далее, и так далее. И одна только задача – напоить. А верблюд, он пьет на две недели вперед, и, так сказать, это колоссальный ресурс, это очень дорого. Мы очень подробно это все знаем, потому что честь системных раскопок Пальмиры, в том числе в ней принимали участие и россияне, и вот знаменитый князь Абимелек Лазарев, который был очень сильным фотографом-любителем и, так сказать, археологом-любителем, он выкупил и привез в Эрмитаж огромный каменный блок, так называемый пальмирский тариф, где на местном семитском диалекте и на греческом, кажется, языке были написаны все таксы и налоги и стоимость всех услуг, которые Пальмира оказывала вот в этой торговле. Поэтому мы очень хорошо все это знаем. Рост благосостояния был стремительным. И поэтому возникла очень интересная культурная ситуация, потому что по языку это семитские племена с языком, который, ну, отчасти был похож на арабский, да, и вообще, так сказать, это ближе к арабам современным этнографически. Население было, да, культура их общая была скорее, конечно, ближе к классической античности, она не имела никакого особого отношения, и даже если мы пальмирскую скульптуру посмотрим, то мы увидим, что это ближе к такому востоку архаическому, к Месопотамии, к Парфии, к древнему Ирану. В то же самое время, когда вот это вот взрывное накопление богатств через одно или два поколения потребовало того, чтобы город изменился, чтобы деньги были вложены в то, чтобы процветание и самодовольство вот этих олигархических кланов было бы очень хорошо видно, огромные деньги стали вкладываться в архитектуру города. Для античности это очень естественно. Я сейчас об этом скажу, потому что для разных эпох характерна разная степень внимания к архитектуре. Обычно архитектура интересна и обществу, и государству тогда, когда государство видит в архитектуре и градостроительстве свой пропагандистский ресурс. Самая близкая для нас эпоха, которая на территории нашего с вами Отечества, это, наверное, сталинские 30-50-е годы, когда в архитектуру вкладывался очень большой ресурс, и интеллектуальный, и финансовый, и было видно, что это прямо средство вот такой социалистической имперской пропаганды. В Риме это было еще более сильно, потому что объединить гигантскую территорию, которую просто я вам сейчас назову, вот так, да, скажем, Северная Англия, Иордания,
Марокко, ну и я не знаю, какая-нибудь там Венгрия, допустим. Да, вот вся эта гигантская территория, она и культурно, и как угодно была разнообразна, но любой житель империи или гражданин Рима, как это стало с рубежа II и III веков, мог, переместившись откуда-нибудь из окрестностей нынешнего Лондона в окрестности нынешнего Аммана, столицы Иордании, который тогда был Филадельфией, конечно же, понимал, что он находится в том же самом культурном пространстве. Он понимает, что он может или на латыни, или по-гречески общаться. Он понимал, что он находится в городе, в котором он увидит триумфальные арки, храмы, здания городского совета, базилики, судебные здания, библиотеки, рынки, общественные сортиры, термы, ипподромы, амфитеатры, театры и так далее, и так далее. Да, то есть это была совершенно четко понятная и за очень большие общественные ресурсы туда вкладывалась вот эта вот среда, которая и создавала вот эту вот непрерывность государственной ткани. Она понимала, что это все одно и то же. Это соединялось еще все прекрасной сетью римских дорог, которые были нужны для связности и для обороны. Но с Пальмирой происходит очень интересная вещь, потому что Пальмира вроде бы с одной стороны к империи не принадлежала, с другой стороны, ну как сказать, как индукционный ток бывает, когда, так сказать, слой изолятора, а с одной стороны он происходит, и здесь тоже образуется, да, то есть граница границей, но наличие рядом таких центров, римская Сирия была просто кладезью архитектурных шедевров, да, Антиохия, Дамаск, Апомея, Босра, бесчисленное количество других огромных и красивейших центров архитектурных, откуда очень легко было за огромные пальмирские деньги, заработанные, так сказать, на торговле, привлечь самых лучших мастеров. И здесь возникает чрезвычайно интересная ситуация, когда, и это вообще, кстати говоря, даже до образования вот этой вот восточной части Римской империи, еще от Александра Македонского, идущее понятие эллинизма, когда, так сказать, с завоеванием Александра Македонского эллинская высокая культура наложилась и хитрым очень образом смешалась и переплелась с местной, культура эллинизма так называемого возникла. Вот здесь это было очень похоже, потому что на вот эту вот семитскую культуру, на совершенно другую религию, на другие обычаи наложена была вот эта вот красивая классицистическая нормативная рамка римской архитектуры, причем в самом высоком ее выражении, потому что денег было более чем достаточно, чтобы звать из близлежащего Дамаска или Апомеи самых лучших и самых сильных мастеров. И одним из важнейших отличительных признаков римских городов Востока, Востока Римской империи, потом уже распространившегося на Запад, были так называемые колонные улицы. То есть можно себе представить, что вот город Апомея, это и сейчас это фантасмагорическое впечатление производит, такое плоскогорье, покрытое пшеничными полями, и вдруг из ниоткуда в никуда, прямо вот посреди этой плоской равнины, возникает двухкилометровая коринфская колоннада. Вот просто абсолютно прямая, как стрела, идущая через весь город вот такая вот колонная улица. Как она была устроена? Просто вот была мостовая, дальше шли два ряда колонн, тротуары были уже внутри вот этих колоннад, стены дальше, то есть тротуары были закрыты. Это, конечно же, просто какими-то архитектурными изысками объяснить невозможно. Это слишком дорого сделать. На самом деле здесь важно понимать, что это было нечто вроде развернутого в линию гигантского супермаркета. Потому что вот эти колонны и улицы, в те стены, которые за колоннами были, туда открывались бесчисленные лавки. И страсть Востока к торговле, она совершенно, так сказать, ничем не изменилась с того же времени. Это бесконечно все потом... К этим стенкам сзади уже лавочники пристраивали, так сказать, сами то, что могли. И была вот эта буйная торговля. Обычно эти колонные улицы, они были вот такого рода. Они были прямые, они под прямыми углами пересекались. Где-то, так сказать, колонны эти расширялись, и там подсоединялись огромные территории храмов. Или улица отходила к театру. Вот как-то так это было устроено. Здесь... В Пальмире мы видим очень, очень интересную историю. Мы видим здесь тоже, ну, такие нормальный набор, характерный для римского города. Ну, мы видим городские стены, мы видим главный храм, храм Бела, одного из богов семитских. То есть мы должны понимать, что вот те божества, которых я здесь буду называть, это ровно то, так сказать, проклятию и... так сказать, борьбу с чем посвящен весь Ветхий Завет.
Вот, так сказать, это как раз то, с чем монотеистические древние евреи, так сказать, в Библии боролись жесточайшим образом, да, с вот всеми этими Белами, Баалами, вот семитское многобожие, здесь как раз и было. И вот здесь храм Бела, дальше храм богини Небо, храм богини Аллат, значит, храм Баал-Шамина, вот здесь, да, вот такие прямая, правильная сетка городских кварталов, здесь их только часть показана. Здесь же торговая площадь, здесь же, вот видите, тот самый налоговый двор, откуда происходит вот это то, где как раз вот эта плата взималась, так сказать, городскими властями со всех караванщиков. Здесь же театр Нимфей, то есть такой монументальный фонтан, где была вода. Здесь же еще храм для заупокойных служб. И вот сюда, вот если за городскую территорию выйти, гигантская аллея с огромными надгробными монументами и мавзолеями. Вот вроде бы все, что я называю, ну, это признак такого действительно обычного античного города. Однако странности начинаются, да хотя бы с того, как вот я вам сейчас показывал, как на этих колоннах на каждой сидело по скульптуре. Что это такое, собственно, было? Дело в том, что вот этот вот олигархический строй приводил к тому, что куски вот этих всех общественных пространств, они строились за деньги семейств богатых, потому что они сменяли друг друга на городских должностях и собственные средства тратили на украшение города для того, чтобы собственную политическую власть и торговую тоже усиливать. Да, буржуи, уж простите за такое просторечие, не увековечить себя невозможно. Да, и поэтому все, так сказать, члены этого рода, они, так сказать, на этих колоннах, там вот их статуи и возникали. То есть это, как сейчас бы сказали, такие фигуры спонсоров. Это, в принципе, достаточно необычно уже. И здесь есть еще один странный момент, потому что вот эта главная колонная улица, которая идет от вот этого заупокойных служб похоронного этого храма до главного храма Бела, она никакого отношения к торговле не имеет. То есть здесь мы видим очень странную и очень интересную историю, когда оболочка, вот эта вот классическая античная оболочка архитектурная, скрывала и обслуживала смыслы и функции совершенно другие, чем это было обычно. Здесь не было никакой торговли. Эта колонная улица носила в основном церемониальный характер. Те из нас, кто еще помнит, что такое первомайская или октябрь-ноябрьская демонстрация, вот должны понимать. То есть это вот такие роскошные проспекты, по которым религиозные процессии проходили. То есть здесь получилось, что вот эти колонные улицы вместо торговли здесь... Ну, потому что какая там могла быть буйная внутри этого города торговля? Они получали деньги уже готовым образом, так сказать, от тех, кто приезжал. Улица здесь вот эта изломана. И об этом я обязательно тоже расскажу. Ее начали строить в свое время вот так. Видите, она была направлена на старый храм Бела, который здесь находился. Потом в какой-то момент дальше это движение было остановлено. А поскольку какой-то диктаторской единой воли не было, следующее поколение решило строить здесь театр. Теперь, ну, так сказать, здесь же еще одна храмовая была территория. И выяснилось, что прямо уже улицу туда не провести. А к тому же за это время стал строиться новый вот этот роскошный храм Бела с огромной своей территорией, закрытой, с пропилеями, роскошными парадными воротами, которые туда к храму вели. И поэтому здесь улица вот в этом месте сделала излом, немножко повернула, и вот в этом месте еще один излом и поворот, который приводил уже в направлении пропилей роскошного вот этого входа на территорию храма. Видите, то есть здесь последовательность строительства была вот такая. И это для нас очень важно, потому что вот этот излом, на котором знаменитая Пальмерская арка как раз с обложки учебника находится, очень много о чем нам с вами скажет. Но план – это вещь довольно скучная, поэтому сейчас вот перед нами монументальные стены вот этого храмового участка храма Бела. Это еще не сам храм, а только внешние стены его участка. Вот такое монументальное впечатление производящее. Вот это остатки храма Бела. Вот так он сохранился. Видите, здесь совершенно такая классическая античная колоннада. Но некоторые странности возникают, что мы видим там окна, которых в античном храме никогда не было. Вот видите, здесь мы видим, какая же прекрасная работа. То есть это уровень
вот эта вот ионическая капитель показывает нам, что там работали высочайшего класса мастера именно столичного уровня. Здесь ни малейших никаких признаков провинциальности нет. Было видно, что это делалось максимально серьезно и хорошо. Вот так он выглядел. Это одна из реконструкций. И здесь есть для любого человека, который хоть когда-то, ну, так сказать, в школе или там, я не знаю, каким образом античный храм видел, здесь есть большая странность, а почему это у него вдруг среди колонн сбоку дверь? Это дикость. Такого быть не может. То есть здесь как раз вот это вот культурное противоречие, оно заключается в том, что им очень хотелось заимствовать архитектурную форму, которая возникла в Греции и в Риме, развилась в классической античной религии, но приспособить это нужно было для храма, который совершенно был по-другому устроен. Там были известные нам из Библии вещи, как святая, святая святых, так сказать, разные помещения, в которые совершенно невозможно было никому, кроме жрецов, несколько раз в год пройти. Они должны были освещаться окнами, и вот здесь вот сбоку получался вход. То есть вот такое приспособление архитектурной формы от одной культуры для обслуживания другой. Вот просто здесь масштаб очень хорошо показан, что это такое было. Это как раз часть вот этих пропилеев, торжественного прохода на территорию храма. Видите, здесь вокруг вот шла вот такая колоннада. И если мы сейчас на остатки Пальмиры еще с вами посмотрим, вот здесь вечер уже такой. Видите, вот эти вот цепочки колоннад, остатки этой колонной улицы, видите, и других вот этих деталей, они как раз вот так вот в пейзаже. В сумерках, когда, так сказать, детали скрадываются, и мы можем, наконец, чуть-чуть вот сменить это следующей картинкой, что-то, хоть что-то, небо там или что-то найти общее с Петербургом. Смотреть сейчас вот на эту двойную картинку. И если Екатерину II мы с вами, в общем, в лицо еще можем узнать, то вот это плохо сохранившаяся пальмирская монета, которая показывает портрет царицы Зенобии. Интереснейшего персонажа поздней античности. Речь здесь идет о середине III века нашей эры, когда вот эта борьба олигархических кланов постепенно привела к тому, что власть была сконцентрирована в рамках одного семейства, такая абсолютизация, и семейство это вот там без официального титула, но единоличным властителем Пальмиры был муж вот этой Зенобии, но долго она этого терпеть не стала. Говорят, что он был отравлен или слишком быстро умер. И она оказалась настолько энергичной, а это опять, вот видите, как беды и несчастья огромного государства рядом влияют на маленькую Пальмиру. Сначала, когда вот этот вот был период гражданских войн между республикой и империей, так сказать, она начала развиваться, а теперь уже на закате Римской империи античной в середине III века, вот эпоха солдатских императоров, так называемых, когда преторианская гвардия раз в год выдергивала кого-то править, потом он не нравился, его убивали, выдергивали следующего, и понятно, что было не до управления провинциями. И Зенобия ухитрилась, сосредоточив все эти ресурсы и попытавшись конвертировать вот это мощнейшее финансовое могущество в политическое и военное, она сформировала огромную армию и в какой-то момент, лет, наверное, на 15, сосредоточила под своей властью, вдумайтесь, чуть ли не четверть территории Римской империи. То есть ее владения простирались до южных границ Египта, так сказать, включали всю Сирию, Иорданию, Турцию, так сказать, и так далее. То есть вот на востоке Римской империи возникла вот такая псевдоимперия еще внутри. Вот. Но продолжалось это недолго. Потому что первый же вменяемый император, который чуть-чуть в Риме порядок навел, которого звали Аврелиан, и который в Риме построил стены, которые нынче там есть вокруг города, быстро собрал карательную экспедицию, и, в общем, это было прекращено мгновенно. Все земли были возвращены под римское владычество, войска Зенобии были разбиты, сама она была привезена в Рим и, так сказать, была проведена в триумфе в качестве пленницы, но выжила, не была казнена. Вот. И потом олигархи местные все еще не очень поняли этого сигнала, который из Рима пришел, и лет через 15-20 попытались опять выступить. Но кончилось это уже совсем плохо, потому что войска императора Диоклетиана просто камня на камне не оставили от этого города. Так сказать, там, где был дворец Зенобии, стал быть расположен римский военный лагерь. И город мгновенно пришел в упадок.
и уже так сказать, то есть античности он не пережил. Это еще одна из причин, почему там так много сохранилось. Казалось бы, при чем здесь Екатерина II? А вот какая история. Дело в том, что она, как известно, с Вольтером состояла в переписке, а для XVIII века вот все вот эти античные сюжеты – это было живое. Это то, с чем они себя соотносили, и с этими примерами они жили. И поэтому то ли Вольтер где-то, то ли это, вот как один из английских авторов, Ян Браунинг, который про Пальмиру писал, предполагает, что это зародилось где-то в недрах французского посольства при Екатерине. Это надо еще исследовать этот вопрос. Речь идет о том, что выражение «Северная Пальмира» к Петербургу было приложено вне всякой архитектурной связи Петербурга с Пальмирой сначала. А речь шла о том, чтобы очень тонко под видом лести уколоть Екатерину II. Ну, потому что для Европы, в общем, возникновение такой громадной и достаточно сильной империи под боком приятным быть не могло. Это мы и сейчас знаем. Получалось, что сравнение Екатерины с Зенобией, оно, во-первых, было очень наглое. Под видом лести, потому что действительно вот такая властительница Востока, так сказать, Римская империя, властительница Востока и Европы, вот такая царица, так сказать, энергичная, которая громадные территории контролирует, вроде бы это такая прямая лесть. С другой стороны, это явный намек на убийство супруга и нелегитимное, так сказать, вхождение во власть. И намек на то, что ничего, вот, так сказать, мы пройдет немножко времени, и мы разберемся. Да? То есть вот такая ядовитый укол под видом лести. Кто уж был его автором, это не очень понятно, но вот это то, каким образом Петербург стал называться Северной Пальмирой впервые. А вот дальше я сейчас должен вернуться к, собственно, одному очень интересному аспекту, перейти точнее. Говорят, что сейчас каждый год количество фотографий, которые сделаны, удваивается по сравнению со всем, что было сделано со времен первого дагерротипа. То есть мы живем в таком чудовищном избытке визуальной информации, визуального мусора, что нам для того, чтобы посмотреть, а какая это такая Пальмира, что это такое, потыкал где-то, значит, и в интернете нашел мгновенно. А теперь нам надо понимать, до средств массовой коммуникации, а как же европейцы себе Пальмиру представляли, откуда они про ее знали, и какой визуальный ряд у них возникал, и когда? Потому что из книг, да, из античных источников их читали, вот вся эта история про Зенобию, про борьбу с римлянами, про все остальное, да. Но визуально. Как же это было? А было это вот как. Значит, вот смотрите, здесь перед нами одна из таких панорамных гравюр из одного из географических, историко-географических сборников, печатавшегося в Голландии в первые годы XVIII века, но здесь это уже перепечатка французская. Видите, здесь панорама города, ну, так обобщенно, достаточно похожие. Или вот, например, здесь это еще более точно, видите, вот мы те фотографии видели, действительно, это очень похоже. Или вот это вообще великолепно сделанная гравюра, сейчас я просто не удержусь и покажу вам подробности. Смотрите, вот вы видели фотографию, видите, насколько это точно и качественно все нарисовано? Смотрите, там караван как раз, даже у всех верблюдов какие-то портретные выражения, видите, вот так это устроено, и вот здесь виден, вот видна эта арка, вот это я прямо на фотографии вам показывал, видите, и вот там храм Белла тоже виднеется, вот настолько это все интересно. Как же это изучалось? Дело в том, что при подготовке колонизации этих территорий, а хищная развивающаяся Европа, и, конечно же, в первую очередь Британская империя, она на восток проникала сначала, как это принято, под видом торговли. Строились туда, снаряжались экспедиции, строились укрепленные торговые фактории, которые, так сказать, собственно, и занимались торговлей, в то же самое время подготавливая плацдармы для того, чтобы потом эти земли завоевывать и присваивать. И вот экспедиции, которые тогда, а интерес к античному наследию был громадный, потому что вся культура, начиная с XVI века и по середину XIX в Европе и в России, она вся была основана на освоении античности и ее переосмыслении, и Ренессанс, и классицизм, то это все было очень интересно, эти экспедиции снаряжались, и они всегда были, ну как бы это помягче сказать, двойного назначения. И мы настолько видим вот эти хорошие и топографически совершенно точные рисунки, которые конкуренцию с фотографией выдерживают, потому что в состав вот этих вот
этнографически, торгово, научно, искусствоведческих экспедиций, включались инженеры и включались очень хорошие топографические художники. Очень хорошие. Военного назначения, потому что что такое военный топограф и военный художник до изобретения фотографии? Это был человек, который все пристрелочные высоты, все абсолютно, так сказать, все, что вот разведывательную вот эту вот визуальную информацию должен был уметь с идеальной точностью воспроизводить. То есть тут, как и всегда бывало, что военные технологии, они, так сказать, приносили свои плоды и для мирной жизни. Поэтому вот такого рода экспедиции там бывали, но сейчас мы с вами представляем, каково туда поехать и какие рожки да ножки останутся. Ну, в 17 веке это было так же весело. И я вам в собственном переводе привожу одну, значит, с несколько устаревшего английского языка цитату от 1678 года. «Эти джентльмены достигли, наконец, Тадмора, но попали, к несчастью, в руки арабских разбойников под водительством некого Мельхама, для удовлетворения которых принуждены были лишиться самого платья своего. Каковы великие убытки и страх так притупили их любопытство, что они решили не исследовать более тщательно античные руины, они замедлительно повернули назад и были счастливы, что спаслись». Видите, как актуально звучит? Это сообщение доктора Галифакса о Пальмирской экспедиции 1678 года. Вот так там это все происходило, но в середине 18 уже века вот эти господа, Роберт Вуд и Джеймс Докинс, организовали экспедицию в Пальмиру и вообще по Востоку, результатом которой явились великолепные абсолютно вот такие фолианты с десятками гравированных листов высокого класса, которые показывали вот эти античные памятники. Вот смотрите. Вот это все репродукции гравюр из книги Вуда и Докинса про Пальмиру. Вот это вот все в городе, а вот это вот громадные мавзолеи, вот такие, которые там за городом находятся. Вот, причем, смотрите, здесь, кроме общих видов, здесь были зарисованы мотивы резьбы, орнаменты, как, например, здесь над алтарем храма было, да, вот этот вот, и так далее. Вот мы должны понимать, что визуальное представление о том, что из себя Пальмира физически представлял, европейская культурная общественность и европейские архитекторы черпали именно из книги в трех или в четырех томах монументального вот этого издания Вуда и Докинса и подобных, чуть более поздних французских, например, изданий и так далее, примеры которых я вам показывал. И это оказало очень большое влияние, потому что это вообще в XVIII веке было вот два таких мощных удара, которые очень большое влияние оказали, такие новые открытия. Это даже, наверное, три я сейчас назову. Это раскопки Помпей, потому что когда Помпеи открылись, и вдруг внезапно античность повернулась совершенно другой стороной. Возникла частная жизнь, увидели, как же выглядела, так сказать, вот античная культура в своем домашнем естественном проявлении, не видя только лишь руин императорских храмов, как это было в Риме до того. Да? Это был шок. Это был цвет, фрески, весь стиль, так сказать, мебель, скульптура бронзовой формы и так далее. То есть все это практически перевернуло европейский классицизм. То же самое произошло, когда были открыты на юге Италии храмы на Сицилии и в Пестуме, что сильно очень повернуло интерес от римской греческой культуре, и с освобождением Греции чуть позже то же самое еще продолжилось. Но открытие Пальмиры и других крупных центров Востока Римской империи, таких как Баальбек, например, с его гигантскими запредельного масштаба храмами, или Петра в Иордании, вот это тоже оказало большое влияние. И вот смотрите, в Англии, вследствие характера этого государства, где при реальной королевской власти очень много было частной инициативы и очень много было относительно независимых от государства и от короля крупных, очень богатых аристократических заказчиков, пальмирские вот эти вот мотивы, они нашли свое воплощение. Вот смотрите, вот это вот гравюра из книги Вуда и Докинса, а вот это реальный потолок в гостиной Остери Парк Хауса, сделанный архитектором Робертом Адамом. Видите, насколько это прям прямая цитата вот такая, да? И это крайне интересно, потому что здесь мы видим, как из одного и того же источника, сейчас мы это увидим, черпаются совершенно разные мотивы. Вот в Англии это ушло все в мотивы орнаментов, в какие-то вот такие вот вещи, потому что это очень хорошо было применять, например, в интерьерах частных заказчиков. Пальмира же вошла в моду благодаря этому, да? В то же самое время, когда, разумеется, как, так сказать, в
конце 18 века Петербург, за всю Россию я не скажу, но Петербург уж точно был частью европейского культурного пространства, и все эти книги туда доходили, и, не знаю, заглохло уже к этому времени вот это первое екатерининское времени идея, что Петербург — это Северная Пальмира, или это все-таки как-то держалось, но когда в уже начале 19 века Карл Иванович Росси, но, конечно, не совсем сам, а вместе с другими архитекторами, вместе с замечательным и совершенно забытым ныне гражданским инженером и градостроителем по фамилии Мадюи, вот, так сказать, вот в этой комиссии по строению в Петербурге, он внезапно решил обратиться к полимерскому наследию для того, чтобы решать стоящие перед ним могучие градостроительные задачи, о чем я сейчас тоже буду говорить. Вот видите, как интересно здесь получается. Практически полное отсутствие такого отдельного класса частных независимых заказчиков, которых было много в Англии, у каждого лорда, так сказать, гигантский дворец, который поколениями перестраивался, да, в поместье, и поэтому там орнаментальные мотивы, как я сказал, были в основном востребованы. Здесь же вот этот вот имперский размах ампирного Петербурга, такая тавтология, имперский ампирный получилась, да, и вот это вот воодушевление после победы над Наполеоном требовало гигантских вот таких жестов градостроительных, да, и вот тут Пальмира очень пригодилась как то, где, то место, где вот было видно, насколько это можно вот величественные градостроительные такие крупные вещи решать. И вот мы сейчас с вами посмотрим на еще одну гравюру из книги Вуда и Докинса, которая показывает нам вот эту вот трехпролетную арку пальмирскую. Что здесь очень важно? Важно то, что она возникла как совершенно гениальное решение, гениальное именно, там, где нужно было такую необычную вещь, как перелом колонны улицы. Я вам рассказывал, почему это произошло. Перелом колонны улицы и смена ее направления, а колонная улица, по идее, вещь прямая. Да, как же нужно было это замаскировать? А сделано это было блистательно. Вот видите, здесь, где проезжая часть, главная арка, а там, где были вот эти крытые колоннады и тротуары, там две меньшего размера арки. И когда мы вот здесь шли, мы видели прямой фасад этой арки, как будто улица переходит, и отсюда тоже получался такой же фасад, а спрятан вот этот перелом, или я такой антропоморфный приведу пример, сустав, как будто бы это между бедренной и костью голени, да, как будто это коленный сустав, где изгиб, вот он был спрятан вот в эту арку, которая в плане оказалась V-образной. Вот такой, видите, это очень хорошо видно вот тут. И, кстати, я сейчас вам еще одну не очень известную вещь скажу, которая еще придаст немножко абсурда тому, о чем я говорил минут 20 назад, о приспособлении классических форм к совершенно другой культуре, которая их рамки на себя натягивала. Да? А вообще, конечно же, вы понимаете, что все колонные улицы были мощеные, у них было твердое покрытие, и тротуары были просто выше. В Пальмире тротуары были, разумеется, тоже, они прекрасно тесанным камнем обработаны, а сама вот эта главная проезжая часть вообще была без мощения, и там лежал песок. Для чего? Песок был оставлен именно для того, чтобы верблюды могли ходить по этой главной улице. От этого можно встретить такие глупые спекуляции в книжках, что это да, это потому что, конечно же, караваны. Но вы представьте себе, через главную улицу города вменяемые люди будут 300 вгруженных верблюдов гнать? Конечно, нет. Уж там их обходом спокойно можно было пускать мимо. Вопрос в другом, что вот эти вот религиозные церемонии, когда несколько раз в год, сейчас это трудно сказать, идолы вот этих вот Бела, Баала и прочих богов языческих выносились из храма и на белых верблюдах торжественнейшим образом вот в главе религиозной процессии ехали. Да? То есть вот откуда там верблюд. Будем считать это лирическим отступлением. А дальше, вот смотрите, это чертеж, а вот это то, как арка выглядела. Видите, здесь вот как раз вот этот перелом улицы виден, вот так она выглядит. Вот как раз идут колонны, и боковые вот эти вот арки, они вот с этой стороны. Вот ее реконструкция. И вот для того, чтобы еще было понятно, как она на переломе вот здесь стоит, это как раз такая аэрофотосъемка. Вот театр, про который я говорил, вот храм, который тоже здесь был, и вот сюда вот такой перелом. И мы с вами смотрим и видим некоторым образом,
арку генерального штаба, которая соединяет через Большую морскую улицу Невский проспект с Дворцовой площадью. Перед Росси стояла очень серьезная задача. Ему нужно было из частных домов, которые здесь вот каким-то образом хаотически были расставлены, не ломая их стен, собрать нечто, так сказать, что завершало бы ансамбль Дворцовой площади со стороны противоположной Зимнему дворцу. Колонны еще не было в этот момент. Вот. И он объединил это вот в такую великолепную дугу. И вот здесь как раз арка, через которую вот эта торжественная перспектива на Зимний дворец и открывалась. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что Невский-то проспект, он вот он идет под углом, и от него улица идет тоже вот так, и нужно было вот этот излом каким-то образом сделать так, чтобы мы, проходя, тоже не обращали на него внимания и видели только вот эту великолепную перспективу. И вот тут России пришла гениальная идея использовать опыт Пальмирский, использовать вот эту вот арку для того, чтобы решить эту задачу. Вот вы видите, как это устроено, да? Он еще прибавил здесь собственного гения, потому что здесь не просто вот такая V-образная арка. Почему так нельзя было сделать? Потому что тогда мы бы видели здесь некое косое пространство, и история бы не работала. А что он сделал? Он сделал две арки. Потому что там, сейчас, извините, руками придется показывать, значит, вот так излом происходит в одной арке, а потом вторая вот здесь возникает, и они вместе работают как прицел на винтовке, уже четко выстраивая ось, через которую идеально виден Зимний дворец. Вот смотрите, вот так мы идем, и вот там уже мы видим, что там нечто главное, да, и вот перед нами все дальше и дальше, и возникает вот эта великолепная, идеальная перспектива, понимаете? Мы забыли уже, что эта арка была кривая, что там странные вот такие вот вещи, это уже все, этого ничего нет, есть вот эта вот фантастическая, конечно, могучая перспектива, одна из лучших в мире, вот, и в то же время мы и обратный вид, вот когда здесь видим, мы видим, как это туда плавно вот так изгибается, то есть это еще и работает в обе стороны. В то же время невозможно сказать, что одно с другого срисовано. Понимаете, вот то, о чем я говорю, в чем разница рабского подражания, или когда гений совершенно свободно, как это уж не помню, кто говорил, придет настоящий гений, обокрадет нас всех и сделает шедевр. Да, так сказать, вот такое по поводу истории искусства говорилось. Да, здесь мы видим, что именно идея взята, внешне это выглядит по-другому, и очень тонкие различия. Сейчас я тут это специфично, может быть, немножко, но я постараюсь это объяснить. Вот смотрите, вот пример, как это там же в Пальмире, подобное решение, только не главная арка, а там, где нужно было между колоннадой, в колоннаду сделать вход в более узкую улицу. Просто между колоннами места было бы слишком мало. Если между колоннами сделать шире расстояние, нарушится гармония и вот одинаковый ритм, и провалится вот эта верхняя балка. Поэтому туда была вставлена арка, видите, вот так. Но что тут очень важно, что интересно, если сравнить с тем, что сделал Росси. Если бы он, смотрите, какая у него была база, если бы он сделал колонны вот такого размера, ну как вот здесь, да, они до земли здесь идут. Во-первых, здесь, смотрите, арка уже. И поэтому, если она уже, то у нее вот эта прямая часть, она выше, а вот эта закругленная, она поменьше. Здесь же нужно было сделать очень большую ширину, а в высоту, чтобы те пропорции сохранить, нельзя было делать. Почему? Потому что все это должно было быть одинаковой высоты с Зимним дворцом. 21 метр примерно. Как это и было. И что он сделал? Он здесь сделал совершенно гениальную вещь. Он присоединил сюда всякие еще к Палладио принадлежащие идеи о том, как архитектура моста может выглядеть. Он эту арку сделал почти как мост, и колонну он поднял, видите, вот сюда. То есть вот сделал общее вот такое основание, колоннаду запустил только на ту часть, которая... И поэтому арка получилась очень большой ширины, но при этом она совершенно гармонично выглядит. Вот, смотрите, как интересно выглядит вот этот вот разлом, где арка как раз в кончике буквы «В» раскрывается. Видите, это у Росси, и совершенно буквально практически точно так же это выглядит в Пальмире. Видите, хотя понятно, что выглядит это не одинаково, и материал разный, и все, тем не менее, вот такое очень важное обстоятельство. Вот, это то, что касается первого случая применения пальмирского мотива в архитектуре, которую Карл Иванович Росси и его коллеги по комиссии по строению делали. Но это не все, потому что есть
в тех частях, которые Росси строил, еще и такая знаменитая вещь, как то, что сейчас называется улица Зодчего Росси. Да, это, так сказать, тоже известная вещь. Вот я вам сейчас ее показываю. И мы с вами видим прекрасный зал под открытым небом, так сказать, то, где гармония заключается в том, что высота этих стен равна ширине улицы, возникает вот такая абсолютно гармоничная пропорция. И это идет от площади, на которой были здания министерств расположены, в сторону Александринского театра. Вот такая прекрасная улица. Вот она еще. И вот еще, видите, это разные перспективы. Но что здесь интереснее всего? Мы же видим здесь, что это прямая цитата Колонной улицы. Буквально. Видите, то есть как если бы у нас была Пальмирская улица, да, где, так сказать, направленная на храм Белла, например. Да, то есть здесь это тоже главный объект, на который вот такая, как прицел, идущая вот такая вот, замыкающая это все в такую железную перспективу, улица. Но что здесь очень интересно? Здесь опять возникла такая штука, что идея Колонной улицы в петербургских условиях она разделилась на две совершенно разные вещи. Дело в том, что функция Колонной улицы, вот эта вот основная торговая галерея, где вдоль всех этих ларьков и лавок можно комфортно под крышей ходить, ну, в петербургском случае от дождя, в пальмирском от солнца, но тоже мало не покажется. Да, здесь это как раз было воплощено совершенно в таком виде, в котором это было абсолютно неузнаваемо. Это вот, ну, буквально в 300 метрах от того, что на картинке, находится большой гостиный двор, где гигантские длинные его стороны с галереями как раз возникают, так сказать, вызывают ассоциацию с вот этими длиннейшими торговыми колоннами улицами, куда все лавки выходили и так далее. Это то, что касается функции. Там была заимствована функция, а архитектура отделилась от функции, архитектурный облик. И здесь Росси, видите, что он сделал? Ему совершенно, поскольку это все были правительственные здания, ему совершенно ни в коем случае не нужно было, чтобы в эти колоннады был какой-то доступ для народа. Зачем? Авторитарная власть, суровый царский режим, так сказать, нечего баловаться, плюс холодно. Какие колоннады? Да, поэтому в итоге что интересно? Да, он поднимает колонны наверх, делая их принципиально недоступными. Колонны вроде бы есть, но они там наверху. То есть это вот действительно становится уже такой имперской декорацией. Вот. Но в то же время, когда мы смотрим издали, мы видим, что колонны сливаются, и простенки между ними глухие не видны, и мы можем зрительно себе представить, что это открытая колоннада с глубиной какой-то, и так далее, и так далее. Вот это очень любопытная вот такая история. И если вот этой части лекции подвести итог, можно сказать, что мы видим, насколько явно архитектурные идеи плодотворным очень образом, творчески переработаны были здесь и очень точно, и очень уместно воспроизведены, при этом абсолютно ничего общего с плагиатом здесь нет. И вот это вот очень важный момент о том, как заимствуются в искусстве, и в искусстве традиция же это вообще, перевод слова традиция, это передача чего-то. Да? Вот это вот эстафета, которую через тысячелетия и через географические громадные пространства происходит, это очень важно, и здесь важно было что? Что Росси заимствовал здесь вот эти идеи, а внешне никакого буквального копирования здесь совершенно никакой вот этой археологической дотошности нет. И там понятно, что это в рамках классической ордерной архитектуры, но и только. Здесь нет попыток воспроизвести особенности, например, пальмирских каких-то профилей или, так сказать, особенностей коринфских капителей, там в это можно влезать и копаться очень долго. Вот. Но этого ничего нет, он пользовался, так сказать, тем материалом и тем языком, которым, так сказать, который сформировался во второй половине XVIII века и в начале XIX. Он спокойно строил, пользуясь колоритом, материалом и всеми приемами хорошего позднего русского классицизма высокого, но это ему не помешало взять и буквально воспроизвести вот эти вещи. Потому что именно потом, когда лет через 30 стиль окончательно испортился, и эклектика, так сказать, в рабском подражании начала археологически точно воспроизводить какие-то античные вещи из книжки, да,
все посыпалось. Так нельзя. Здесь речь идет о том, что ты обокради как хочешь, но это у тебя должна быть творческая мощь такая, чтобы никто тебе слова не сказал. Вот так, если по-простому это воспроизводить. Вот так я это мог бы определить.